Некачественно уложенный асфальт, дешевые строительные материалы или ненадлежащая технология производимых работ. Отныне нерадивым подрядчикам, которые берутся за ремонт дорог в Улан-Удэ, придется работать намного эффективнее. Все их недочеты обнаружат и заставят переделать. В столице Бурятии заработал так называемый строительный контроль. Дело в том, что многие организации, которые сегодня сдают показатели качества в комитет по строительству и для того, чтобы доказать, что это действительно работы выполнены, значит, правильно, по нашей информации не всегда проходят настоящую проверку. То есть за этой бумагой иногда стоит просто добрая воля, значит, тех организаций, которые подписывают такие бумаги. Теперь все будет по-другому. Администрация города и комитет по строительству совместно с молодежной палатой привлекли к проведению мониторинга качества асфальтового покрытия в Улан-Удэ Иркутский фонд содействия научным исследованиям в дорожной отрасли. Как говорят специалисты, проверяться будет все – документы, сроки и условия проведения работ, даже сам асфальт будет проходить лабораторные исследования. Из покрытия отбирают образцы асфальтобетона. На месте составляется акт отбора проб с указанием погодных условий, толщины слоя, с указанием подрядной организации. Затем пробы поступают в лабораторию, где производится оценка качества. Теперь все подрядные организации обязаны заключать с фондом договор, на основании которого будут производиться проверки. И если обнаружится нарушение, заказчики вправе не принять объект или заставить подрядчика все переделать. Стоит отметить, что производить контроль дорожного полотна могут и сами жители. Если вы стали очевидцем ненадлежащего выполнения дорожных работ, например, в дождь или снег, или вам просто кажется, что дорожники сделали ремонт спустя рукава, вы можете обратиться с заявлением в комитет по строительству или в молодежную палату. Подобные вопросы обещают решать незамедлительно. Руслан Батуев, Евгений Павлов. Новости дня.